говорить. Может, ты сейчас. Хорошо. Всем привет. Лизка, вылезай. Я уже все сказал. Привет. Мы с Лизкой продолжаем открывать подарки Деда Мороза. Сегодня у нас самолетик, свинки Пеппы. А кто там сидит? Желтый-то кто? Кролик какой-то. Кролик. А, это Ребекка, наверное, да? Нет, не Ребекка. Нет, просто какой-то летчик. Ну ладно. Он же не маленький, он большой. Хорошо. Будем открывать? Да! Начинаем. Где наши ножницы? Итак, у нас самолет зелененький. Кто-то в окнах сидит. Подожди, давай откроем. Так, открываем вершок. Трап. Посадочные места. И вот этот еще должен пилот вниматься. А, во, класс. Пилот, оказывается, может быть любым персонажем. Прикольно. Ну, вот это вот интересно. Задумка, как назад поставить. О, принц. Итак, у нас кроме самолета опять свинка Пеппа, но уже в костюме летчика, наверное. У меня самолетик нарисован. И у свинки Пеппы два резиновых чемодана. Ну, в общем, два чемоданчика. Вот мама подсказывает, тут где-то еще багажный отсек должен быть. Точнее, и багажный отсек есть. Ну, туда что-то ничего не положить. Он просто вот такой багажный. О, свинка Пеппа за штурвалом лайнера, бумс, уже схватила носом. Оп. Ой, а давай попробуем багажное отделение положить. Багажники наши. Ну, я только попробую. Влезет, не влезет. Не, один чемодан в багажное отделение влезает. Два чемодана сюда, наверное, не влезет. О, два все-таки влезло. Чего тебе нужно сделать? Помочь? Поднять назад. Смотри, вот здесь пальчиком нужно подцеплять. Вот тут. Да, оп, видишь, поднимается и... Старается. Какой-то на кабачок похож. Или на огурчик. Ясно, но я закрываюсь. Класс. Так. Кто у нас летал? Пеппа. Улетала Пеппа, а прилетело сколько человек? Ой, зверюшек. Это кто? Сьюзи. И Зои, да, там еще да, и Зои. И Зои. На трех посадочных местах прилетело три героя мультика. Пом-пом-пом. Садись, попрощаемся. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока.